Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, забираем свои ресурсы. Опачки, и сразу же отправляем заново на поиски. Тоже касается древесины. Так, давайте, малышня, бегите на поиски. Древесина нам нужна. Ее нужно очень много. Так, сарделечка, что там у тебя? Ну-ка, покажи, пожалуйста. Что ты мне... Я хочу, ребят, вот это вот. Здесь 20 железа, прикинь. Но мне кажется, сейчас выпадут шестеренки, блин. Да ну нафиг они мне нужны, 25 штук. Блин, 20 железа я хотел получить. Ё-моё. Ну что, отправляем тогда опять его в недра тьмы. Тут слишком хороши награды, друзья мои, слишком хороши. Ну что, Барсик, ты будешь становиться титаном или нет? Да ты серьезно, блин? У меня никто так долго не сопротивлялся, как этот Барсик. Жесть какая-то. Ну что, Кривоклык, что ты мне? Смотри, какие награды, ребят. 50 рун. Так, соберите древесину. Ну, придется. А что делать? Так, что здесь? Смотри, какие-то... Ох, ё-моё. То есть награда уже, понимаешь сам, да? Повышается очень сильно. Так, бесплатно, естественно. Мы, конечно, тратим с тобой не кисло, но и получаем тоже неплохо. 40 миллионов рыбы. Ну-ка, я уже даже знаю, ребят, что нам выпадет. Именно рыба. Потому что я в последний раз не помню, когда нам что-то путевое давали. Ладно, давай дальше смотреть. В новинке, что там у тебя? Не хочу я твоего этого. И брать здесь я тоже ничего не буду. Меня не интересует твой товар, который ты мне предлагаешь за руны. Естественно, пока у нас с тобой все забито, мы не сможем тренировать наших драконов. Поэтому только лишь за ресурсами отправлять их. Все. Другого выбора нету. Громобой там притулился, типа я его не вижу, да? Хитрозадый ты наш. И еще один громобой. Давай, 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 беги за рыбой. Конечно, бы мне прокачать надо вот этого, но... Модификрылку, но как, ребята, ее прокачать? Если у меня... Видишь, можно, в принципе, ускорить завершение, ребят, за 146 рун. Ну, я уже потерплю. Не так уж у меня особо и горит. Так, а здесь что? А, ну, тут понятно. А тут нам 4350 викингов нужно, чтобы... расширить территорию. Да. Все дело в кузне. 12 рун. Ой, 12 железа у нас с тобой уже есть. Так, найти шлем. То есть нам нужно еще немножечко, да? И все будет тип-топ. Так, секундочку, секундочку. Я хотел зайти в события. Да, ребята, угроза. Бух и бах. Это что-то новенькое. Бух и бах. 4 дня оно будет идти, значит... Событие будет долгим. Я имею в виду длинным. Так, давай-ка посмотрим с тобой, что у нас здесь. Монета Один, это понятно. А внутри шепот смерти, костолом, ужасное чудовище. Так, и шестереночки. Давай тогда бесплатно еще посмотрим. Монеты Одина. Кстати, надо будет посмотреть, доступны ли нам паки или до сих пор закрыты. Опа, кто это у нас тут в конце? Ага, крылатый ужас. Ну, его, естественно, сразу же отпускаем. Да, лети на свободу. Ты нам не нужен. Так, значит, за монеты Одина. Смотрим. Так, подожди, я что-то запамятовал. А где у нас? По-моему, вот это, да? Да, ребят, давайте открывать. Здесь стабильно одно железо дается. Стабильным, друзья. Так что, сколько там? 5 попыток можно, да? Это получается, мы с тобой 5 железа всего лишь приобретем. Ну, а что делать? Опа! Два, ребята, дали железо в этот раз. Но у нас на одну попытку осталось. Потому что 41 монетка. А тут нужно, по-моему, 30. Да. Ну-ка попробуем.
Зашибись, а тут вообще железо мне не выпало, прикинь. Здоровски просто. Ну, рандом он и есть рандом. Что у нас тут? Гиганты. Понятно. Иди, 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 рыской. Кричишь там, возмущаешься. Тут тоже заберем. И на поиски. Так, подожди секундочку. Я хотел, знаешь, что глянуть. Где у нас эти? Ага, вот здесь. Что здесь нам не хватает? Великий смутьян. Угу. Так, значит, нам нужно, ё-моё, с тобой дофига чего нужно. Где вот это вот брать? Ну это ладно, это можно еще добыть. А вот это вот откуда берется? Выплати обмен вечно крыла два раза. Ага. Значит, нам здесь. Блин, а вот это вот откуда берется? Кладбище драконов, охотничий остров. Лук Одина. Все, ребята, будем приступать со следующей серии с поисков нужных нам материалов. Хватит уже, как говорится, заниматься ерундой. Пора действительно открывать легендарных драконов. Так, здесь... Ох ты. Аж три блестящих янтаря получим. Так, ну что, забираем с тобой задание здесь, которое выполнили. Так, 50 банок. Еще 50 банок. Ну давай, давай, не жмись. Еженедельное. Так, это нам не нужно. Здесь у нас, по-моему, последний пак. Да что ты делаешь-то? Шепот смерти, шторморез, костолом, громобой защитник. Что, жетонов в этом наборе 43? Что это такое, ребят? Что он показывает мне? Я это не просил. Что-то показал мне зачем-то это все. Ну что, ребята, и теперь остается у нас событие. Погнали. Посмотрим. Да, да-да-да, я так и думал, что оно будет очень длинным, долгим. А награды какие здесь? Так, я смотрю только янтарь, пак, руны. Слушай, в конце ареновский пак, да? С какими там? Не вижу, блин, с легендарными или с какими? Ладно, неважно, поехали, потихоньку будем с тобой начинать прохождение. После этого, наверное, сходим все-таки на арену, нам нужно с тобой забить паками всю нашу коллекцию. Так, ну что, я смотрю, тут водорезик плюс... Начнем, наверное, с водореза. Плюс злобный змеевик. Две волны. Ну, это нам все по зубам. Так, вот, вот не надо усиление делать, пожалуйста. Блин, все равно не пробью ведь, да? Ладно, шваркнем. Хиляться пока не будем. Давай укусим. Сейчас посмотрим, кого он звезданет. Понял. Вот так. И отхиливаемся. Тут уже три противника. Опять же змеевик. Опять же водорез. И ужасное чудовище, да, здесь еще стоит. Или это кривоклык, я не могу понять. А, это, по-моему, кривоклык. Друзья, воу-воу-воу-воу. Спокуха. Парень. Давай так сделаем с тобой. Эх, добивка не получилась. Да нет, не может быть это кривоклык, потому что у меня, ребята, нет такого повышения атаки. Хоть я тоже, как говорится, яростный. Это все-таки, наверное, было ужасное чудовище. Да отвали ты, господи, ну что ты лезешь-то, а? Все. Ладно, первый поединок довольно неплохо прошел. Сейчас, как всегда, нам будут давать кучу ресурсов. Офигеть, куча ресурсов, 25 миллионов древесины. Так, ну зато забираем с тобой 600 тусклого янтаря. Короче, сейчас будет поединок.
Плюс еще один поединок. После этого мы с тобой заберем пак загадочный. Ну, в общем, далеко мы не уйдем. И слишком офигенных наград мы не получим. Ну что, шепот смерти. Да-да-да, я вижу, что ты начинаешь выпендриваться. Ты нам тут как бы и даром не нужен. Поэтому мы начнем тебя уничтожать. Ничего личного. Так, громобой. Но это не защитник, это обычный громобой. Потому что у защитника, во-первых, на глазах очки. И окрас у него немножко другой. Он потемнее, и шипы у него побольше и покруче. Поэтому с ним, в принципе, тут довольно легко справиться. Ну что, Барсик, добьем? Да какой ты там добьешь его, конечно. Давай так вот добьем его. Так, а здесь у нас кто? Ага. Пристиголовый. Это же вроде бы болельщик, да? Если не ошибаюсь я. Блин, я хочу у тебя вот такого, ребята, штормореза. Электрического. Просто выглядит офигенно, на самом деле. Если сравнить моего, да, и вот этого, этот, конечно, поэпичнее смотрится. Такой переливается весь электричеством. Круто. Так, ну что, что ты там собираешься делать? Просто укусик, ради бога. А это, к тому же, последняя волна. Так что можно расслабиться. На тебе. И добивка. Все. Крутим и забираем. Давай, прилив сил. Оставь на прилив сил. Вот. Спасибо. Совсем другое дело. Просто нам прилив сил пригодится. Мы же не знаем, какой там босяра будет. Вспомни прошлой серии. Я практически все слил. Все свои груши, все приливы сил. Но зато победили боссов. Так, подожди, а что тут интересно? Почему его одного выставили? Что за хитрый план у вас там, а? Друзья мои, что за хитрый план? Ну-ка. Да, в принципе, ничего страшного нету здесь. Криво-крив. Плюс водорез. Ну и, естественно... Но это не Дагур. Так, тихо-тихо-тихо. Это у нас кревет обычный. Блин, вот водорез все-таки... Он очень сильно понижает защиту, ребят. Не знаю. Ать. Так, давай-ка мы быстренько-быстренько сейчас хильнемся еще. Ага, при этом мы уничтожаем водореза. Стоп. Блин, я боюсь, ребят, сейчас сделает супер удар и, по-моему, размажет, не? Смотри, кого он не стал делать. А ведь мог. Мог сделать свой супер удар и довольно неплохо тут размазать моих драконов. Но... Так, а это фаербол. Не так, 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 ребят. Смотрите, сейчас что будет. Воу. Красавчик Кривоклык, ты выжил? Найс. Я не ожидал, я думал, сейчас все-таки ребят кого-то уничтожат. Ну что, давай посмотрим. Да ладно, неужели? Офигеть, фартит сегодня. Лишь бы эта удача нас не покинула. Второй прилив сил. Ага, загадочный пак. Забираем с тобой. И получается у нас проходящий бой. Плюс еще один проходящий. И мы получим с тобой в итоге 1400 тусклого янтаря. Плюс 600 у нас было, да? И в итоге 2000. То есть это 2 светлых янтаря. А сколько мы вообще с тобой накопили? Надо будет потом глянуть. Потому что мы копим на офигенную, как говорится, статую изваяния. Так, что-то там... Почему-то опять одного дали. Хм. Типа расслабончик, да, такой? Перед элитными поединками. Ладно. Мне все равно. Тихо ты. Шваркнули. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего себе, блин. Твою налево. Хофера дали, да? Плюс смерти и скалотряса. Здоровский, блин. Вот и с кого мне начинать? Давай с хофера, наверное. Так, хил нам нужен. В принципе, как бы не нужен, но я все равно сделаю. Так как мы наносим урон всем. Причем очень неплохой. Е, молодец, красавчик ты у меня.
Опа, а вот это вот не надо. Вот это вот не надо. Я знаю твою усиленную атаку. Хотя подожди, если мы перетерпим. А перетерпим ли мы? Добьет он мне или нет, а? Барсика. Ладно, давай проверим. Твою... Выжил. Выжил? Красавчик. Ну что, давай уничтожай своего кореша. Чуть-чуть не добил, да? Мы поможем. А так, крит будет, нет? Найс. Ну и что же тут? А тут рыбы, 50 миллионов. Ладно, пускай будет рыба. Ну что, последний поединок у нас на сегодня. Последний поединок. Вот дальше уже начинаются такие более-менее награды, да? Там пак выпадает. 2 мелких хлыща. Причем противные, что дымодышащие, да? Тихо, успокойся. Не надо понижать бр... Ха, он промахнулся. Так и надо. Получи. Этот сосунок пускай там пока стоит в сторонке. Мы до него сейчас доберемся. Вот я все-таки считаю, что Барсик, несмотря на то, что у него хороший уровень, он самый, может так сказать, ну, бесполезный. Почему, ребят? Ты видел, какие у него бафы? Ну, вообще, какие у него... Вот смотри, яд, наложение яда. Это наложение яда фигня полная. Если честно. Как по мне, лучше ударить два раза, чем повесить на него яд. То есть, ну, беспонтовый удар, на самом деле. И вот это ускорение я уже пробовал, которое у него есть. Нифига не придает никакой нам скорости. Абсолютно. Так, тихо, креветик, не успокойся. Так, ну что, добьем, наверное, да? Блин, а этот сейчас будет фаерболы 100% пускать. Нет, нам лучше, наверное, хильнуться все-таки. Ты бич. Да, на пониженной броне, конечно, сейчас фаерболчик-то зарядит, наверное, по полной программе. Хотя... Отлично. Да блин, добить его надо, добить. Вот так-то. Ух ты. Вот никак не ожидал, что он такое сделает, ребят. Никак не ждал. А он сделал. Ну и все, и крышка тебе, парень. Как-то так. Ну что, последняя рулетка на сегодня. И выпадает нам, ну понятно, рыба. Но тем не менее, мы получили с тобой все-таки 2 прилива сил. И это очень хорошо. Ну что, забираем с тобой тусклый янтарь. 29%, как ты видишь. А, 33. Выполнена эта четверть. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, ребята, поединков. По 5 энергии, это получается 2 раза нам еще придется здесь столкнуться. Что же это за пак там такой интересный? Прям блестит весь. Арена 7, что-то там написано, не могу понять, разобрать. В общем, 2 раза нам здесь придется еще повоевать. Я нисколечко не против. Так, ну что, пойдем, наверное, с тобой теперь. Ну, во-первых, заберем награды. Тусклый янтарь 600 плюс 1400 где-то у нас тут завалялось, да? Жалко, я уже поставил янтарь на переработку. Могли бы так, конечно, всей кучей туда запустить. Так, монетки. Ужасное чудовище, да, ребята? Он очень похож на кривоклыка, но, видишь, все-таки есть отличие. Так, древоруб, громобой защитник и капелька всяких ресурсов. По-моему, все, да? Больше у нас ничего здесь нету. Так, все работают, все стараются. Мы, кстати, с тобой давно не были на защите Олуха. Очень давно. Но там пока сложно, ребят. Надо уровень повышать нашим драконам. А слушай, а сколько нам ждать по времени? 10 часов, да, вроде бы? Ну, 9:49 получается.
Ладно, потерпим. Ну что, остается лишь забить нам здесь паками все. Ну и заодно, может быть, что-нибудь вкусненькое получим. И, понимаешь, дело в том, что я не могу поменять других драконов. Мне хочется, ребята, взять в битву других. Потому что этой командой я уже играю более, наверное, полугода. Ну, это я, конечно, преувеличил. Но очень долго я вот этой командой играю. Как вот получил себе штормореза и взял его в команду, все, ребят. С тех пор у меня ничего не менялось. А почему не менялось? Потому что нету хороших подходящих драконов для замены. Именно по уровню. Мы пытались брать слабеньких, но их так быстро разбирают, что меня волей-неволей заставляет опять вернуться к прежнему составу. Вот и все. Так, по-моему, прощай. Да. Распетрушили. Пока тут я разговаривал, меня, ребята, тут распетрушили. Ё-моё. Так, ну что мы можем с тобой сделать? Фиол против красных. Да ну фигня. Ну, перестрахуемся. Пускай он его кусает лучше. О-о-о-о-о-о. Вовремя, вовремя. Так, отлично. Да? Можно сделать и таким вот образом. Что ты рыкаешь? Что ты рыкаешь мне здесь, а? Красава. Просто взял своего корифея и забомбил. Норма. Поэтому мы с тобой изменяем план действий. Ну, во-первых, как я тебе говорил, да, мы уже будем с тобой искать нужные элементы для того, чтобы накопить на легендарного дракона. Это первое, что мы поменяем. А второе, что я хочу сделать, это прокачивать тех драконов, у которых у меня есть карточки, но они у меня сидят именно в ангаре. Пора их оттуда доставать и прокачивать. Ну, естественно, модификрылку будем прокачивать, потому что она будет нам доставать очень много железа. Ну и, наверное, вот эту нашу основу, потому что нам нужно с тобой 100 драконов. Ой, 100 драконов, 12 драконов 100 уровня. То есть, как ни крути, нам в любом случае придется прокачивать. В общем, будем немножко, как говорится, менять наши планы действий. И надеюсь, что в лучшую сторону. Зачем мне он нужен-то, ё-моё? Лаварых, твою налево отвлекся. Надо было вот кого бомбашить-то нам. Лаварых-то он что, ничего не сделает нам. А вот этот, да, этот сейчас своими фаерболами тут просто одолеет нас. Смотри-ка, на барсика, естественно. Кого им бомбить? Ох, блин, ну, кривоклык меня просто, ребята, радует. Вот в последние наши дни бои просто радует. Очень хорошо критует, выносит бойцов на ура. Ох ты, смотри, что сделал. Защиту массовую. Красавчик. Так, бро, держись. Держись, роднулька. Блин, не получится. Все-таки это размажет нас. А может быть и нет. Не, не успеет. Мы хильнемся. И, ну понятно, атака слабая, потому что понижение атаки на нас было. Но, тем не менее, мы выиграли. Ну, а здесь у нас, вот, ребята, громобой защитник. Видишь, как выглядит он? Не такой светленький, темненький, с шипами. И вон у него очки там, видишь? На глазах, наверху. Так, ладно. Поехали. Начнем с криво-криво. Хотя, нет, ну ладно, все нормально. Потому что этот фаерболом будет заряжать. А этот просто вешать немоту. Хотя тут скалотряс со своим, надеюсь, не усиление. Прям усиление. А, он промахнулся. Но все равно усиляшка на него повесилась. Так, стопы, стопы, стопы. Блин, они оба усилены. Ёк-макарек. Как так-то? Так, срочно, ребят, надо пробивать кого-то. Все, сейчас будут вжаривать. Ух, это было больно. И этот еще под усиленной атакой. Ну, понятно. А зачем я так буду делать? А я вот так вот сделаю. И вот так вот пропишу. Пускай он ушатывает своего кореша. А мы займемся потихоньку им. Раз. Раз-два. Так, он еще под слепотой, так что... Ох, как нам повезло, друзья. Ты представляешь, под усиленной атакой получить такой удар под дых? Это смерть сразу же. А так, не спеша, потихонечку мы его распетрушим.
Да-да-да-да-да, конечно. Получи и распишись, парень. А вот и пак вождя. И как ты видишь, мы с тобой заработали один редкий пак и два обычных. Начнем с открытия редкого. И открытие пака вождя. Костолом, древоруб, шторморез. Еще сколько там, 780 карточек, ребята. И мы с вами прокачаем его на 16 уровень. Шепот смерти и вострозуб. О, барс и вепрь даже выпал нам. Можно было бы, конечно, ребята, еще пойти за одним паком, но, наверное, нет. Уже в следующей серии пойдем. В событиях у нас пока ничего нового не намечается, поэтому будем спокойненько с тобой проходить бух и бах. А почему называется бух и бах? М? Интересно. Ну и, как обычно, ждем. Ждем 9 часов 42 минуты, когда у нас прокачается тренировка. Чтобы наших дракончиков, естественно, туда сразу отправлять. А что это ты... Стоит он мне там хвостиком кружит. На поиски, ребята. Нечего прохлаждаться здесь. Вроде все, да? Да. Ну что, друзья мои, на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.